Единственное, что я бы, наверное, хотел еще подытожить по экологии, потому что всех вопрос это беспокоит, и меня лично в первую очередь. Я его вижу следующим образом. Есть три основных направления. Это воздух, вода и твердые отходы. Значит, по воздуху вы знаете, что мы сделали первую агломашину. Мы сейчас одну за одной будем делать вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, с тем, чтобы до 2017 года полностью закрыть аглофабрику, которая является основным источником выбросов. Второй крупнейший Мартен по конвертерному цеху, я тоже рассказал, вы знаете. То есть в течение 5 лет мы должны выйти на все европейские нормы, делая проекты шаг за шагом каждый год. Что касается воды, мы решили двигаться вперед, строим травильное отделение вперед, и уже к середине следующего года 80% всех вопросов по воде будут закрыты по комбинату. Что касается твердых отходов, в основном это шлаки, мы тоже провели очень серьезную работу, и на сегодняшний день практически все доменные шлаки, которые образуются на комбинате, отгружаются потребителям, не складируются, используются дальше в цементной отрасли, в строительной отрасли. И на сегодня размещение шлаков практически минимизировано. Если посмотреть на цифры, то опять-таки с 7 месяцев к 7 месяцам мы увеличили нашим потребителям отгрузку граншлака примерно на 70%. То есть ведется большая системная работа в этом направлении.